Всем доброго, меня зовут Александр. Сегодня будем делать клёвый завтрак, омлет. Для этого нам нужна будет вот такая лопата, нож. Ну, я сказал такая, но можно другая. Стакан. 4 яйца. Какая-нибудь емкость. Такие вот яйца, 4 штуки. Молоко. Соль. Масло. И паприка. Ну и сковородка. И еще очень важная вещь, это миксер. Так. Все убираем. С помощью ножа мы разбиваем яйца в миску. Мне ножом делать удобней. Бросаем туда соль. Ну и так до десок. Еще очень важная деталь, должна быть маленькая ложечка. Я про нее совсем забыл. Чайная ложка. Берем чайную ложку паприки. Бросаем сюда. Наливаем молоко в стакан. Переходим к следующему этапу. Ставим сковородку на печку. Включаем. С помощью ножа отрезаем кусок масла. Небольшой кусочек. Переходим к следующему этапу. Масло пока плавится. Берем миксер. Пока плавится масло, делаем жик-жик. Взбиваем в такую легкую пену. Выливаем туда молоко и домешиваем. Как раз масло расплавилось, и выливаем вот эту вещь. Накрываем крышкой. Сейчас она забулькает и уменьшаем огонь. Ну, я обычно ставлю на 7. Так, вот она забулькала. Вон, буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Бурбуляция пошла. Ставим на 7. Ну, так. Ждем минут 5, возможно. Я не засекал, я смотрю уже по приготовлению. Пока все это дело там бурлит. Займемся еще одной вещью. Так, берем доску. Пилим на ней хлебушка. С помощью ножа намазываем их маслом.
положим на тарелочку. Вот, как видим, уже подниматься начало. Пока еще ждем. И вот наш омлет уже почти заполнен весь объем сковородки. Еще примерно, наверное, минуточка. В принципе, можно уже выключать. Итак, вот уже крышку почти поднимает, то есть у нас уже готово. Поднимаем крышку. Вот. Вот он. Теперь берем эту лопаточку. И перекладываем на тарелку. Сделать это будет не очень-то просто, потому что он такой консистенции, такой очень воздушный. Вау! И ставим на стол. И вилочку кладем. Можно налить стакан молока и все это дело с молоком скушать. Очень быстро, очень вкусно и питательно. Приятного аппетита!